Ручки воротят. Предъявляют не российский паспорт темно-красного цвета, а зеленый. Граждане Узбекистана голосуют в здании Альмитевского драмтеатра. Выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля. В Альмитевске у граждан этой страны есть возможность проголосовать досрочно. В связи со значимым событием в Нефтеград приехал генеральный консул Узбекистана в Казани Фаридин Насриев. Он рассказал о важности выборов и отметил необходимость проведения досрочного голосования. Не все граждане, которые проживают у нас в далеких городах, в районах, не смогут прийти в консульство в Казани проголосовать. В связи с этим наши члены избирательной комиссии вышли на досрочные выборы. Создаются более благоприятные условия для наших граждан, чтобы каждый наш гражданин смог воспользоваться со своим конституционным правом. Избирательная комиссия посетит 20 муниципалитетов Республики Татарстан. Досрочные выборы начались 28 июня и продлятся до 5 июля. В данный момент у нас 20 человек уже голосовали. Так, еще мы сейчас и ждем. Выездная комиссия уже уехали, сейчас они начали работать. В Альмитевском районе в этот день отдали свои голоса за одного из четырех претендентов на пост главы Республики Узбекистан, 221 ее гражданин. Катерина Машенцева, Эльнур Залятов, новости Юго-Востока.